Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Если кто-то еще не почувствовал дыхание весны, то на этой неделе это точно произойдет. Какая бы ни была погода, это будет весенняя неделя, когда краски становятся ярче, а чувства и эмоции сильнее. Это прекрасный период для творческих натур. Их обязательно посетит вдохновение. Теперь подробнее об астрологическом прогнозе для каждого знака зодиака с 11 по 17 марта. Овнам в ближайшие 7 дней нужно браться за сложные и запутанные дела и проекты, искать правильный подход к людям и обязательно найти помощников. Вам нужна команда. Один в поле не воин, расширяйте круг друзей. Вторая половина недели окажется довольно напряженной. Скорее всего, не все будет идти по плану. Некоторым овнам придется сосредоточиться на делах, которые они предпочли бы поручить кому-нибудь другому. Тельцам астрологи советуют больше времени уделяйте своим вкусовым пристрастиям. Разнообразьте свой стол новыми рецептами, специями и приправами. Приглашайте в гости и удивляйте своими кулинарными талантами. Эти способности помогут привлечь нужного вам человека или возможности. В четверг и пятницу не исключено, что вам нужно будет исправлять чужие ошибки, решать проблемы, возникшие у других людей. Не всегда это будет даваться легко, но справитесь вы отлично. Близнецам светят какие-то перемены на работе. Возможно, кадровые, их можно попытаться использовать. Только не связывайтесь с посредниками, которые обещают быстро решить проблемы. А вечер субботы заставит вас забыть о делах и напомнит о том, что на улице весна. Ракам добиться успеха в середине марта будет очень просто. И дело не только в удачном стечении обстоятельств, но и в том, что вы быстро поймете, как нужно действовать. Прислушивайтесь к интуиции и не совершите ни одного неверного шага. Также не упустите возможность научиться чему-то новому, разобраться в том, что казалось сложным. На этой неделе вы будете особенно внимательны и наблюдательны. Ничего не упустите из виду и сделайте правильные выводы. Какую-то прибыль или выгоду обещают астрологи львам. На этой неделе вообще звезды настроены делать вам подарки. Другой вопрос, как вы ими распорядитесь. Если надо будет что-то спланировать, проанализировать, просчитать, зовите на помощь дев. Они по этой части вне конкуренции. А вот девам в ближайшие 7 дней придется активно защищаться, отстаивая свои интересы и права. Это время, когда мирными способами добиться желаемого будет непросто. Только проявление силы и воли способно принести хорошие результаты. Для перемен в личных отношениях пересмотрите договоренности внутри семьи. Это поможет вам прийти к взаимному согласию. У весов душа жаждет новизны и перемен, но жесткая реальность настаивает на своих собственных правилах. Пока вы не выполните взятые на себя обязательства, возможности для творчества и удовольствий будут ограничены. А вот во второй половине недели можете погружаться в мечты и строить планы, но сначала поручения, а затем развлечения. Скорпиона может напомнить о себе прошлое, найдется давно потерянная вещь или объявится кто-то из вашего детства или юности. Выходные проведите вместе со своими близкими и постарайтесь не спорить на тему, кто в доме главный. Лучше сходите куда-нибудь всей семьей. У стрельцов все в жизни должно быть авантюрой. На этой неделе ищите приключений, находите время для хобби и поездок. При этом избегайте перенапряжения, рассчитывайте силы и придерживайтесь режима дня. Необходимо наладить питание и отказаться от вредных привычек. У козерогов на этой неделе много энергии, важно лишь правильно ее направить. В середине марта вам не будет равных в организации праздников и развлекательных программ.
События и встречи этой недели будут указывать водолеям правильные направления. Этот период станет временем, когда вы сможете лучше понять свои истинные желания и стать более решительными в их осуществлении. Не исключено и новое полезное знакомство, а еще вам могут открыть какой-то секрет. Действовать по плану на этой неделе рыбам не удастся. Гораздо вероятнее, что нужно будет импровизировать, придумывать что-то совершенно новое. Вас поддержат самые разные люди, в том числе те, кого вы раньше не считали своими союзниками. Важные финансовые вопросы решатся во второй половине недели. Вот такую неделю обещают нам астрологи. С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы!